Сыну Оксаны Рускова Ивану 2,5 года. Ребенку хочется больше времени проводить на улице со сверстниками. Гулять ходит во двор на Клинической, 35. Оксана Рускова говорит, раньше здесь было неуютно. Гаражи, разбитые лавочки. Сейчас территорию комплексно привели в порядок. После того, что это было, тут вообще, ну как бы не сравнить. Было вообще в ужасном состоянии все. Спасибо, конечно, что дворы так улучшают для нас. Двор в этом году обустраивали благодаря трем проектам. Это и твой конструктор двора, и проект по внутриквартальному устройству. Здесь снесли незаконные гаражи и разбили просторную парковку. Благодаря губернаторскому проекту содействия построили новую сцену с уникальным дизайном. Он дает самые короткие сроки реализации, то есть проводится конкурс, сразу принимается решение. И самое главное, жители будут активно беречь ту красоту, которая создается с их участием. Суть проекта содействия – дать возможность местным жителям благоустроить свой двор или улицу. Для этого из местного и областного бюджетов выделяются необходимые средства. А жителям нужно подать заявку, пройти конкурсный отбор и обеспечить часть финансирования – не менее 7%. Во дворе на Клинической, 35, эти средства нашли, в том числе благодаря социальным партнерам. Принять участие в проекте можно и самостоятельно, и обратившись в администрацию, где помогут оформить все документы и пройти все этапы до подачи заявки. Это наглядный пример того, как инициативные жители могут влиять на благоустройство своего двора при активной поддержке и финансовой, и административной всех органов власти. Это прекрасно, это замечательно. В этом году в Ленинском районе благоустроили 6 дворов по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Губернаторский проект содействия реализовали по 4 адресам. Он будет действовать и в следующем году. Подать заявку нужно до 1 ноября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.